Доброе утро, друзья. Сейчас погуляем со своим песиком и поедем на рыбалку на реку. Сегодня ночью был мороз, минус 2 градуса. Но мы сейчас прошли, посмотрели, речка вроде бы не замерзшая. Надеюсь, сегодня будет клёво, несмотря на то, что сегодня 13 число. 13 ноября 2019 года. Приплыл я в коряжник, пока плыл сюда, троллил, но троллинг ничего не дал. Сейчас посидим здесь чуть-чуть, покидаем на судачка. Если нет, то пойдем на мелководье. На мелководье сегодня почему-то очень много рыбаков. Я там видел, сидели, ловили шнурков, но может быть там есть и покрупнее рыбка. Но пока посидим здесь, в коряжнике. Вот. Тут такие завалы. Хорошее место. Попробуем. Я кидал воблер на мелководье. Видите, поймал такую щуку. Она с какой-то язвой. На карася. Вот карась такой расцветки. Мы ее сейчас отпустим. Какая-то язва на ней непонятная. Перепробовал блесна, силикон и решил поставить вот такой вот воблер. Сейчас я отключусь. Я не могу достать ее. Взяла очень жадно. Сейчас я цепь возьму. Все, друзья, отпускаем ее, пусть живет. Она и так вам пострадала с какой-то язвой. Рыбалки сегодня нет, как и вчера. Но единственное, что радует, поставил такой здоровый воблер. И на равномерной проводке как хватануло. Аж спиннинг с рук выбило. Может, тут есть нормальная рыба.
без язв. Сейчас проверим. Был в коряжнике. Ух ты, поклевка. Коряжник молчит. Вообще там глухо в коряжнике. Вот приплыл на мелководье, тут 1,5 метра глубина. Опять стреляет. И кидал все, что попало. И силикон, и железо. Потом думаю, дай поставлю такой вот воблер. И пожалуйста. Жалко рыбку, конечно. Что там за язва у нее, непонятно. Но я, по-моему, эту рыбу уже ловил с язвой. У меня есть там видео, где я ее ловил. Ну так это отсюда, я не знаю, 2 километра. Ладно, ребят, не буду вас грузить сильно. Если что-то еще будет, опять включусь. Воблер хороший, но бывает тут меньше метра. Цепляет лилии, водоросли. Друзья, вы такое видели? Лещ. Клюнул на воблер. Я в шоке. Ребята, есть еще одна поклевка. Собирался уже домой. Так это лещ забагренный. Сегодня мне везет на лещи. О, какой. Ладно, на таранку пойдет. Самое интересное, я не думал, что столько леща будет здесь на мелководье. Кидал воблер. Такая подача, я думал, щука хорошая. Это лещ. Вот нужен он нам тут. Нам щука нужна. Он начинает путаться. Ладно, если что-то еще будет, включусь, еще попробуем. Ребята, поклевочка. Ну, я не хотел бы, чтобы это был лещ. Нравится как щучка. Опять мелкая. Что-то речка не радует нас трофеями в этом году. Щучка. Ну, воблер. Мы ее сейчас отпустим. Она маленькая. Пусть живет. Плыви. Продолжаем. Друзья, собрался уже уезжать. Поставил свой любимый воблер Хелен. И что-то опять поймал. Друзья, сейчас я вам покажу свой улов. Этот друг меня встречает, типа друга. Камера села.
писала что-то. Медленно карта памяти, поэтому много не писал. Сейчас покажу. И покормлю вот этого вот вымогателя этого. Идемте. Идем, кись. Так, друзья, это мой улов за сегодня. Три щучки. Вот такие. Два леща. Сейчас леща поменьше отдадим маркизе этой. Пусть кушает. Да, тебе сейчас дадим. Сейчас дадим тебе. Да, сейчас дадим. Дождалась. Ух. Кушай. Ты просила кушать, вымогательница. Да, да. Кушай, Вася. Ладно, не будем мешать. Вот, друзья, этот улов. Щучка. Еще щучка. Вот такие вот красавицы. И вот такой вот брат лещ. Вот моя рука. О, какой хороший. И щучки. Я считаю, улов нормальный. Судя по тому, как вообще было бесклевие, то вот с этой вот, то что поменьше, мы сейчас сделаем уху. Уха на даче. Все, всем пока. Я пошел делать уху.